И снова здравствуйте, Александр Калягин. Стриптиз. Это было равносильно просто предательству и измене Родины. Любимый мужчина звезды стриптиза и секс по талонам в СССР. Все о развлечениях партийной элиты. Но приятно. Изменить жене. Комсомолки по вызову. Такое нам только снится. И откровенные сцены в советском кино. Неприлично было со мной разговаривать. Чисто конкретный хит. Владимирский централ. Ветер северный. Специально для вас, как рождалась легендарная песня. Он его наиграл в баньке. Почему погасли звезды 90-х? Но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди. Где скрываются лидеры хит-парадов? Я прям плакала, пробовала наркотики. Мы нашли всех. Даду. Стратегическое горючее СССР. Ваше здоровье. Любители трех семерок и 33-го. Алкоголики и тунеядцы. Взял пузырь и накачался. Как лезли в бутылку звезды. Ха, вот так это делалось. И как уходили со сцены. Неизвестное видео Минаев в женском. Я нетрадиционной сексуальной ориентации. И юный романтик Расторгуев. По вашим заявкам кадры из закрытых архивов. Ой! Когда подул ветер перемен и началась перестройка, мы узнали так много нового. Ладно, там демократия, гласность. Главное, в кооперативных ларьках появилась жвачка и большие фотографии с Брюсом Ли. А господин Дадуда исполнил песню о Горбачеве. Но скоро оказалось, что этот ветер северный, и принес он еще зла немерено. О нелегкой судьбе героев 90-х легендарный Михаил Круг написал такую песню, что ему потом подпевали все взрослые. Для тех, кто еще не сидел или не проникся тюремной лирикой, появилась своя песня про солнышко в руках. Как рождались суперхиты и что стало с их исполнителями? На этих кадрах очень редкой любительской съемки Михаил Круг с друзьями на море. Нормальная вода, 17 градусов. Для нас, русских, это все равно, что выпить. Свои лучшие песни он сочинял как раз на отдыхе с близкими людьми. Это 2000 год. Совсем недавно Круг спел свой главный хит. Владимирский централ, ветер северный. Этапом из Твери, но немерено, лежит на сердце тяжкий груз. Пройдет совсем немного времени, и тяжкий груз ляжет на сердце всех его поклонников. А Владимирский централ будут петь и военные, и даже дети в школе. Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь. И в душу лезет грусть, по памяти пойдет со мной. Этого человека никто не видел в лицо, его имя никому не известно, зато все слышали, как он дает внедреж. Стоило Игорю Кезлю только начать. Вот где собака, даду-даду. А потом углубить, и пошла такая перестройка. Этот навязчивый мотив опутал все дискотеки страны. И это главное. Даду-даду. Саша Зверева из группы «Демо» стала звездой по имени Солнце. Девчонки визжали на ее концертах, но скоро Саша поняла, не все то солнышко, что хит. Солнышко в руках и венок звезд в небесах. А слава группы СТДК затмила популярность самой Примадонны. Количество эфиров превышало количество эфиров Аллы Пугачевой. Вот это пролетело, да, но когда лето пролетело, позади остались и гонорары, и большие концертные площадки. Звездный круг замкнулся. Артисты вернулись к тому, с чего начинали карьеру. Владимирский централ. Ветер северный. Хотя я банковал, жизнь разменена. Но не очко обычно губит, а к 11 тут. Эту песню не задушишь, не убьешь. 10 лет прошло, а она и сегодня звучит повсюду. Слова «Владимирский централ», «Ветер северный» помнят наизусть все. Опять защемит грудь. Я вам потом на уроке объясню, что это такое. Первоклассники пока не понимают, почему у дяди так грустно на душе. Но мотив все равно нравится. Опять
защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет за мной. А группа девушек постарше давно оценила все прелести этой песни. На репетиции они готовятся исполнить шлягер в современном варианте и придать хиту особый шарм. Так проще растопить суровые мужские сердца. Владимирский централ, ветер северный, там обыстрели, зла немерено. А бравые солдаты только тверже чеканят шаг. Песня хоть и не строевая, но поднимает боевой дух. Владимирский централ, ветер северный. Хотя я банковал, жизнь разменена. Но не очко обычно губит, а к 11 туз. Когда хоронили самого народного исполнителя шансона, рыдала не только его родная Тверь, вся страна. Говорил, ты знаешь, вот эта песня будет меня всю жизнь кормить. Его вдова Ирина вспоминает, муж сочинил легендарный хит очень быстро, просто поймал вдохновение. Он ему наиграл в баньке этот централ. Сегодня она поет многие его песни, но только знаменитый Владимирский централ никогда. Это святое. Песня была посвящена его другу, и в оригинале звучала не «Ветер северный», а «Саша северный». Писала я специально для одного человека, для авторитета, для Саши Севера. Именно вот его жизнь, его историю вложил в эту песню, именно вот про Сашу. Круг побеждал на конкурсах авторской песни и любил просто посидеть с гитарой. Когда я отпел, перед этим я остаграмился. И я вышел на сцену, тряслись руки-ноги, я позабыл слова. Но всенародная слава пришла к нему в конце 90-х. Только я все лежу, и на львенка не гляжу. Теперь ее трудно узнать и сложно вспомнить, о чем это она тогда пела. Девочка из Подмосковья Саша Зверева мечтала петь в опере, а попала в группу «Демо». 10 лет назад на московскую сцену вышла «В чем мать проводила». Большие огромные платформы, так несуразно сейчас сегодня это смотрится. Сегодня все по-другому. Коротким юбкам и огромным платформам 90-х Саша предпочитает джинсы и кожаные жилеты. На днях она продала машину и купила мотоцикл. Настоящий байкерский комбинезон. Он весит 7,5 килограммов. Когда ей было 18, юная провинциалка верила. Вот еще немного, и ее солнышко взойдет выше всех. Но вскоре Сашу оставил муж и продюсер Вадим Поляков. Я прям плакала, дралась, там, уходила из дома, пробовала наркотики. Саша соскочила с опасной дорожки только когда встретила настоящую любовь. Илья понес ее на руках в новую жизнь. Там появилась дочка Василиса, а недавно еще и сын Макар. Привет, Макароныч. Привет, Макароныч. Как твои дела? Когда-то поклонники прощали ей все. Вот они меня обожали, именно вот, с непрокрашенными корнями, с кривыми зубами, такая какая-то вообще девочка с отрезанными косичками, реально. Сегодня в молодой и красивой маме двух детей не сразу узнаешь солнышко, то, что светило всем подросткам 90-х. Теперь у них другие кумиры. Лучшее, конечно, впереди. Для Сергея Мурашова лето пролетело даже слишком быстро. Слава питерской группы СТДК была коротка, как белые ночи в северной столице. Были там экспериментальные годы, когда мы шли на поводу и делали там попсовые песни, да? Потом я понял, что мне это совершенно не нравится. Так. Когда в начале 90-х группа с непонятным названием громко заявила о себе, многие возмутились. Слушать не пойми кого не хотелось. А они сами толком не знали, что такое СТДК. Эротическую самую расшифровку. Вот, там сегодня только до колен, там, что-нибудь такое было. Там стрелка твоей длинной колготки. Там. В добрый путь благословил сам Михаил Боярский. Д'Артаньян сказал... У вас все получится. Поначалу и правда, как будто везло. Модные шмотки, стильные фотки, красивые тетки. Но их эпоха ушла в конце 90-х, и все рэперы запели по-другому. А эти не захотели меняться. Сегодня Сергей Мурашов сам себе режиссер, снимает клипы. И снова здравствуйте. А на работу ездит вот на таком лимузине. Может себе позволить. Но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди. Вот это
полетела, нас оставив позади, но мы-то знаем, да, лучше конец только впереди. И снова здравствуйте. Я господин Дадуда. У него уже 13 лет нет своего имени. В творениях композитора Игоря Кезля всегда чужие голоса. Даду-даду. И лица. Даду-даду-да. Даду-даду. Даду-даду-да. Эта фраза когда-то решила его судьбу, а Михаил Сергеевич стал путеводной звездой. Совершенно случайно как бы наткнулся как раз вот на пародию на Горбачева, которую он когда-то делал. И там буквально мельком проскочила фраза «даду». Я всем урок грамотной речи даду. Даду, даду, да. В самый разгар гласности уроки Горбачева пришлись как нельзя кстати. Новый саундтрек расходился на ура. И не только у молодежи. Ну а теперь буду сказать без бумаж. И ничего, что Горбачев не настоящий, а сам автор всегда на втором плане, где-то в глубине сцены. Господин Дадуда зарабатывал не хуже, а то и лучше самого президента. 10 тысяч долларов за концерт, и это в середине 90-х. Добавил туда эротических звуков. Я понимаю вашу реакцию. Такой стебный вариант. Не до смеха стало позже, когда на выборах 95-го победил другой. Я верю в вас. Дадуда еще пытался шутить с властью. Это дело не президентское. Но за новую песню в хит-парадах голосовали хуже. Да и политики не такие музыкальные пошли. Будем встречаться. Мне стало неинтересно почему-то. Политиков смешных у нас не стало. Сейчас, когда уж совсем не до песен, Игорь Кезли продолжает держаться за микрофон и гитару. На корпоративных вечеринках оттачивает свою дадуду. Дадуду-даду. Дадуду-даду. Ну все, регламент. Вот где собака порылась. На-на-нам, все лежу и лежу, и на львенка не гляжу. Эти кадры видели только близкие друзья Круга. Я вас приветствую, снимать нас. Мы вас тоже приветствуем. На этом видео Круг редко попадал в кадр, как будто стеснялся. Съемка была в 2000 году. Тогда он уже спел свой Владимирский Централ и стал настоящей звездой шансона. Владимирский Централ, ветер северный. В 90-е, когда на улицах еще не стихли звуки выстрелов, а будущие олигархи гордились блатными наколками, эта песня была настоящим хитом и звучала за каждым столом. Сегодня Андрей Еремеев называет себя бизнесменом и почитателем творчества Круга. Владимирский Централ – это песня его бурной молодости. Как в те 90-е. Все похожая ситуация. В бильярд играли. Так же и стреляли. Волнуюсь. Встреча с таким человеком. Он спешит на встречу с другом Михаила Круга, шансонье Анатолием Полотно. Посидеть, вспомнить легенду шансона и просто спеть его хиты. В каждом заведении, куда мы приходили, собирались там с ребятами, да, честно скажем, да, под бутылочку водки, да, мы исполняли эту песню. И, конечно, сразу вспоминают Владимирский Централ. Это была песня проходная, на взгляд, самого же Круга. Такие песни нормальные пацаны поют хором. Владимирский Централ! Ветер северный! Этапа мистерии! Зла немерена! Лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский Централ! Ветер северный! Когда я банковал? Жизнь разменена! Но не очко обычно губит, а к 11 туз. Какое время, такие люди. И снова здравствуйте, Александр Калягин. Стриптиз. Это было равносильно просто предательству и измене Родины. Любимый мужчина звезды стриптиза и секс по талонам в СССР. Все о развлечениях партийной элиты. Но приятно. Изменить жене. Комсомолки по вызову. Такое нам только снится. И откровенные сцены в советском кино. Неприлично было со мной разговаривать. Стратегическое горючее СССР. Ваше здоровье. Любители трех семерок и 33-го. Алкоголики и тунеядцы. Взял пузыри, накачался. Как лезли в бутылку звезды. Ха, вот так это делалось. И как уходили со сцены. Неизвестное видео Минаев в женском. Я нетрадиционной сексуальной ориентации. И юный романтик Расторгуев. Алло. По
по вашим заявкам кадры из закрытых архивов. Ой, ой. Когда-то нам песня «Строить и жить» помогала. Боевая, задорная или задушевная. А еще танцы. Наш балет ведь и сегодня впереди планеты всей. Но были в советское время и танцы запрещенные. Только для партийной элиты. И хотя секса у нас не было, а шесты только для прыжков в высоту, первые стриптизерши выполняли план, не покладая рук и ног. Юлия Шаповаленко узнала судьбы горячих советских штучек и поинтересовалась, что же у них было записано в трудовой книжке. Когда Геннадий Хазанов впервые увидел это, то пожалел, что не живет на Диком Западе. Никакого желания естественного у советского человека не возникло. А вот Вилли Токарев даже специально за этим летал в Америку. Избавит быстро вас от скупки и тоски. Я не отворачиваюсь, потому что я смотрю... В конце 60-х в Советский Союз просочились слухи. На Западе появилась новая профессия. Женщины раздеваются под музыку, и им за это хорошо платят. Приятно держаться, понимаете? А потом стриптиз добрался до СССР. Все началось с комедии с Натальей Селезневой. Я не видела в этом ничего пошлого. И продолжилась эротикой с Еленой Кандулайнин. Меня просто затаптывали в грязь. Высмеивали, ненавидели, презирали. А как же в реальной жизни? Секса в СССР не было, зато был стриптиз. И наши девушки план выполняли, работали с огоньком. От первой поездки за границу у Александра Калягина остались яркие эротические воспоминания. Правда, делиться ими ни с кем не стал. Узнал, конечно, такое слово «стриптиз». Это было равносильно просто предательству, измене Родины. Если ты был на стриптизе в какой-нибудь зарубежной стране. В следующий раз из зарубежной командировки Калягин тайно привез эротический журнал. Из этого журнала вырезаешь фотографию, в рамку ее, держишь ее над столом. А несколько лет назад Калягин сыграл в очень откровенном спектакле «Фото» главную роль фотографа, влюбленного в первую порнозвезду СССР. Ее прототипом была Любовь Филина, самая знойная женщина Союза. Я дама без шляпы, дама просто домохозяйка, понял, мой мальчик? Что означает заграничное слово «пилон» буфетчица из Саратова Любовь Филина узнала недавно. Оказывается, это хорошо знакомый ей шест. Своими натруженными руками она хватается за него уже 40 лет. Ну как, классно, да? А началось все в подсобке буфета. И вместо шеста был обычный стул. Клиенты за просмотр самодельного шоу платили по 3 рубля с носа. Она прославилась в 66-м. Вот эту фотографию «Любовь в камышах» напечатал немецкий журнал для взрослых. Даже для очень искушенных местных ценителей «Das ist fantastisch». Вы же по-дилетантски рассуждаете, а это есть произведение, как картина. Любочка хотела стать актрисой, но ей пришлось вернуться в подсобку буфета. Ведь таких горячих сцен в нашем кино в те годы еще не снимали. Актриса Наталья Селезнева еще в 60-е показала всей стране свой купальник, но и этого оказалось достаточно. Вы знаете, я переживала от того, что, в общем-то, мне пришлось первый раздеться на экране. Пора. Этого пикантного эпизода не было в сценарии «Операции И». Гайдай придумал его уже во время съемок, когда увидел красавицу Селезневу в обтягивающем платье. Я была в купальнике, одна из первых на экране. И, конечно, меня это потом смущало. Эта сцена снималась очень долго. Киногруппа все никак не могла сосредоточиться на работе. В августе 79-го в сочинской гостинице «Жемчужина» мужчины шептались. Певец Звездинский тайно привез из Парижа красивую женщину. Драгоценная ты, моя женщина. Ночью она будет раздеваться.
Я рассчитывал, ну, человек 50, не меньше. Ну, туда, наверное, набилось, ну, 150 или 200. То есть люди, вот как 1025 я заработал за этот вечер. Вскоре к Звездинскому потянулись советские швеи, ткачихи и работницы общепита. Они хотели раздеваться не просто так, а за деньги. И предприимчивый шансонье организовал подпольную школу стриптиза. Правда, через месяц секс-лавочку Звездинского прикрыли. Шум был большой, такой шорох. Тебя разыскивает ЧК, там, КГБ местное, в общем, надо сваливать. За стриптиз Звездинского посадили на 10 лет. По серьезной статье – за антисоветскую пропаганду. И не стесняясь вот эти дела-то показывать-то, чего ж стесняться-то, я не знаю. Прожила полжизни. Наталья Когут – выпускница той самой школы Звездинского. Трансценденция полная. Когда-то она была провинциальной актрисой, и эти навыки очень помогли ей в голодное время, в конце 80-х. Я спасла семью стриптизом. Теперь Наталья Когут сама учит раздеваться за деньги. А потом превращаемся, что называется, в собаку. Я твоя собака. Сегодня ей 47, и она до сих пор ходит по квартире в туфлях для выступления. Наталья Ивановна готова в любой момент выйти на сцену, но уже не зовут. И ей кажется, будто жизнь остановилась. Шест – это связь с Богом, это космос. О стриптизе широкие массы трудящихся узнали в 80-е. Появились первые видеомагнитофоны и неприличные иностранные фильмы. Они и стали самоучителем. Сюда нельзя! Но у нас была и собственная гордость. Елена Кандулайнин так снялась в фильме «100 дней до приказа», что все мужчины встали по стойке смирно. У меня был протест. Почему мы врем, если у нас все это есть? Почему мы это не показываем? Тогда от нее отвернулись многие деятели культуры. Неприлично было со мной разговаривать и протягивать руку. Ведь она принесла в страну буржуазную заразу. Самое удивительное, что прошло буквально 10 лет, и все захотели стать секс-символами. Я считаю, что это не нужно. Настоящий коммунист Василий Шандыбин твердо уверен, это он, стриптиз, разрушил нерушимый Советский Союз. Изменить родине, изменить жене – это одно и то же, понимаете как? А это значит, они крутятся, да, и тебя соблазняют. В те годы, когда идеологическое оружие Запада проникло в СССР, он еще стоял у токарного станка. А когда разврат и нетрадиционная ориентация испортили рабочий класс, Шандыбин не выдержал. Сам пошел глянуть на врага, хоть одним глазком. Ну, смотрите, вот у нее позвоночник не болит, да? Радикулита нет, острых андроса нет. Смотрите, вот как извивается, да? Приятно, конечно, приятно, конечно. Когда начались веселые 90-е, стриптиз стал частью культурной жизни. Новые русские клиенты уже прекрасно знали, куда надо совать деньги, а ночные клубы открывались один за другим. Самые стройные и красивые шли в модели и замуж. А в стриптизе часто оказывались несостоявшиеся актрисы, гимнастки и балерины. Оно и понятно. Вот такие движения для них – дело привычное. В конце 80-х стриптиз уже не был запретным плодом. О танцах на раздевание Геннадий Хазанов шутил даже со сцены Кремлевского дворца. Перед сном жена разденется, включишь маяк, и она голой будет ходить перед тобой. Вот что это такое. Когда в Москве открылось первое заведение для взрослых, Анна Исаева пошла туда выступать. Подруга уговорила. Надо просто тупо раздеться, лифчик, ты же с ума сошла. Или лифчик снимать. Она говорит, денег дают немерено. Я говорю, как дают, куда дают-то? Она сует везде, говорит, во все места просто, во все трусы, везде. Я говорю, не, я боюсь. Ну пойдем, ты чего, у тебя сиськи хорошие. Я говорю, ты ничего так. До этого в ее репертуаре были только русские народные танцы. Но в начале 90-х ей пришлось не плясать, а работать. Сняла лифчик и все, с ума чуть не сошла. Коленки, руки, ноги. Забыла, где улыбаться, где не улыбаться. Глаза перепуганы. Тоже рот открыт. Думаешь, что делать? Улыбаться или раздеваться?
Теперь у Анны своя шоу-группа, и на сцене она больше не раздевается. Эротичная бизнес-леди. А вот легенда советского стриптиза Любовь Филина и сегодня трудится по специальности. После ночной смены она возвращается домой, уставшая и удовлетворенная. Я натюрлич. Последние 10 лет она пишет мемуары маслом. А это я аллегорический образ свой дала. У нее нет семьи и личная жизнь не сложилась. Когда-то она была королевой буфета, и ее откровенный танец со стулом вызывал восторги юных комсомольцев. Филина 40 лет танцевала для мужчин, но в обычной жизни они отворачиваются от нее. Сосед, сосед, подожди. Смотри, как он встает. И теперь ей остается только снова и снова выходить к шесту на сцену. Помоги мне в желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, сердце гибнет в огнедышащей лаве любви. Когда в нашей стране свирепствовал сухой закон, многие сознательные граждане стали пить лимонад Буратино. Тяжело. Ведь все уже привыкли к волнующему аромату 33-го портвейна и трех семерок. И пили его не только из горла, но и из футляра для зубной щетки, например. Сегодня звезды вспоминают не только первый поцелуй, но и первый стакан. Каково это – жить в эпоху портвейна и следовать лозунгу «трезвость – норма жизни»? Василий Кучушев решил, что без 100 грамм с этим вопросом не разберешься. Его пили обычно залпом и почти никогда не закусывали. Все думали, что это просто дешевое вино. Ой, господи, три семерки. Моя любовь. А оказалось – напиток эпохи. Лучше пить портвейн, чем воевать. Актеры, музыканты, алкоголики и тунеядцы, они все стояли в одной очереди за портвейном. Из портвейн захватили армянские войска. Когда в 85-м в стране объявили сухой закон и портвейн убрали с прилавков, они просто не знали, как жить дальше. Ведь забыть магический вкус белого или розового крепкого оказалось невозможно. Портвейном запивая, чтоб в дороге замерзнуть наши души не могли. Портвейн и Джигурда познакомились в театральном училище. Пока одни студенты посещали лекции и семинары, другие под руководством Джигурды посещали магазин за углом. Зашли, купили портвейна, и я, как сейчас помню, я впервые пил как гарнист. Меня научили быть гарнистом, то есть с горла. Обычно они брали три семерки за 2,20. Этот вкус Джигурда и сегодня узнает из тысячи. Мало, нужно еще. А это ощущение, что роднее. Тот легкий, тот такой более изысканный. А этот такой, по-моему, это на наш похож. Но тогда, в 80-е, ему было все равно, белое или красное. Главное, чтобы градус был и недорого. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Сегодня Московский винзавод хоть и стал картинной галереей, но все равно бережно хранит память о знаменитых трех семерках. В советские времена здесь располагался главный конвейер страны по производству портвейна. У этих же ворот с самого утра собирались измученные жаждой люди. Говорят, свежак или свежий портвейн продавали из-под полы прямо вот из этого окошка на проходной. Но то, что советские винзаводы выпускали в 80-е с этикеткой «Портвейн», совсем не похоже на португальское вино. Виноградный концентрат с сахаром, разбавленный спиртом. Разными были только номера – 33, 72 и самый популярный – 777. Поклонники называли это числом ангела. В народе прижилось «три сапога» или просто «бормотуха». Ха, вот так это делалось. На втором месте после трех семерок всегда был Агдам. Известный актер Алексей Гуськов вырос на этой марке. Я думаю, что Агдам, вообще-то, это название
портфейна и больше ничего. Однажды утром Гуськов услышал по радио страшное сообщение. Армянские войска захватили Агдам. Вот. И мысль такая была, ну как же так? Почему армянские войска, это уже союзы, захватили портвейн? Весь, понимаете, весь портвейн захватили армянские войска. Но в перестройку грянул сухой закон. В стране началась борьба за трезвость жизни, и портвейн надолго убрали с прилавков. Новая Россия перешла на подпольный суррогат, перестала шептаться на кухнях и боготворила уже совсем другого Юру, не Шевчука, Шатунова. Портвейновым поклонникам пришлось сдать посуду. Сначала с прилавков убрали водку и пиво, а затем очередь дошла и до портвейна. Взял бутылку в переходе, и портвейн в бутылке вроде. Выпил, не поежился, а к утру скукожился. Главный частушечник страны Николай Бандурин посвятил борьбе за трезвость жизни целый альбом. На безалкогольных свадьбах 80-х Бандурин был самым желанным гостем. В 12 часов, за 2 часа до открытия магазина, нам нарисовали на руке очередь. Номер 887, 888, 889. Ну, граждане... Алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? На самих алкоголиков устроили настоящую охоту, ведь они мешали нам жить. А вы знаете, что после третьего раза вас направят на принудительное лечение от алкоголизма? Борьба с пьянством шла и на идеологическом уровне. Вчерашних любителей портвейна, актеров, художников и музыкантов заставляли высмеивать самих себя. Чтобы сильным оказаться, нужно штангою качаться. Ну, а я не напрягался, взял пузырь и накачался. Сухой закон вынудил советских граждан перейти на подпольный суррогат. В стране стали пить все, что горит. Пить народ наш начал то, чем клопов морили. Михаил Сергеевич, что ж вы натворили? Здрав будь, боярин. Будьте здоровы. Глюшница водку делала. Она хорошо помнит эти грустные глаза мужчин на ее первых концертах. Тогда, в 80-е, даже звезды эстрады испытывали неудобства. Я помню, были водка под талоном. Но когда сухой закон докатился и до Таллина, семья Вески едва не осталась без косметики. Горячие прибалты делали набеги на магазин, где работала мама Анни Вески. И почему-то вот был такой тройной одеколон. Это всегда покупал. На расфат было. Сами пьют и втягивают подростков. Они выпивали для вдохновения и от отчаяния. В эпоху застоя очень хотелось верить. Пара стаканов розовой жидкости и серые советские будни станут ярче. Коля Васин из Питера выпивал со многими звездами. Выпить – дело святое. Закусить – благородное, а напиваться – грех, грех, грех! Макаревич, Гребенщиков, Костя Кинчев. Портвейн оказался самым дешевым способом познакомиться. По Портвейну не надо было закусывать, он сытный. Понимаешь, он одновременно и питье, и алкоголь, и еда. Он дает насыщение, а потом пресыщение. Известный актер Валерий Гаркалин уже 10 лет как присытился портвейном, но свою актерскую молодость он еще хорошо помнит. Вот когда открылся магазин, можно было купить портвейн, я уже стоял у этих дверей. А к вечеру за любимые три семерки начинающий актер готов был отдать все, что угодно. Я любил этот напиток. Игра в театре давалась Гаркалину тяжело. Все время болела голова, он путал слова и однажды чуть не упал со сцены в зал. Я потерял сознание на съемках и на спектакле. Это было с похмелья. Но любовь к искусству оказалась покрепче портвейна. Вообще, конечно, та эпоха ушла. Ушла. Но напиток этот прекрасен. Сегодня всю историю портвейна на зубок знает Алексей Зуйков. Истинный фанат красного крепленого собрал целую коллекцию этикеток. Каждая бумажка – давно забытый вкус. Этот погорчее,
А этот послаще, и сахар он всегда терпкость прячет. Бормотуха, чернила, огнетушитель, фугас или просто портвейн стал истинно народным напитком из-за своей универсальности. Можно для вдохновения и от отчаяния в любой подворотне и компании. То, что когда-то считали обыкновенным алкоголизмом, теперь проходит в университетах. Преподаватель Ольга Панова читает лекции об этой 18-градусной страсти. Любители выпить эпохи застоя в ее диссертации почти то же самое, что диссиденты. От советской системы тогда многим хотелось бежать. В эмиграцию смогли единицы. В запой получалось у каждого второго. Зарплата 120 рублей. И никогда ничего не меняется. Все так же Леонид Ильич Брежнев целует Эриха Хонекера. Все так же происходит там балет, когда умирает кто-то из кремлевских старцев. Сейчас, через 30 с лишним лет, те, кто не мог прожить ни дня без бутылки с числами, не очень любят вспоминать о хмельной юности. Вот рок-музыкант Сергей Мазаев готов трижды отречься. Не выпивал, не закусывал, не похмелялся. Да это не моя молодость. Уберите. Моя молодость — это бассейн «Динамо», дом пионеров в Дзержинском. Убери, нахуй. Я тебе серьезно говорю. Сейчас вам обоим просто. Вы что, не поняли, что меня? Те, кому удалось проститься с портвейном, сегодня стали гордостью русской культуры. Несколько лет назад Валерия Гаркалина пригласили в ГИТИС. И первым делом преподаватель Гаркалин объявил среди своих студентов сухой закон. Студенческая жизнь, она одна. Она будет очень скудной и искаженной. Вовремя завязался к дамам и Алексей Гуськов. Сегодня один из самых любимых актеров страны предпочитает напитки посолиднее. Боже мой, три семерки. Три семерки. Ну ладно, это подделка. Это уже надо бить на левый. Выпьешь, ослепнешь. Возможно, что тогда, в 80-е, все они бегали за добавкой и стояли в одной очереди. В очереди, где ученые, а может быть и простые строители, так и не пропустили вперед будущих звезд. Страна ведь была развитого социализма, значит, все равны и каждому по справедливости. По 0,7 свободы, чтоб хватило до утра. Жесткое ретро. А кому тогда было легко? Было время. Сергей Минаев пел в женской одежде. Азиза в костюме Снегурочки. А Николай Расторгуев и Валерий Леонтьев, ну вы сами увидите. Где это Минаев раздобыл розовый халат? Сколько собак у Валерия Леонтьева? И почему это Расторгуев поет не о войне? Уникальные записи по вашим музыкальным заявкам. В тот вечер лужники замерли. На сцену вышел красавец-мужчина Сергей Минаев. Школьницы и их мамы не могли оторвать от него взгляд. Ведь о таком болгарском махровом халате за 6,50 они мечтали всю жизнь. Ботинки белые. Если их так разглядеть, они размера 43-го. На 3 рубля больше стало в кармане, я уже одевал шпильки. Бабочка на волосах, трудно сказать, откуда она взялась. Я думаю, кто-то в последний момент мне ее прилепил, сняв с себя просто. Это был 87-й год. Тогда еще никто не мог выходить на сцену с голыми волосатыми ногами. Всем давно известно о моей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это, наверное, видно по этому клипу «Подумал народ». Действительно, оно у меня нетрадиционное для советского и российского шоу-бизнеса, потому что я принадлежу к тем мужчинам, которые все-таки любят женщин. Стилист Сергей Зверев и сам не прочь шокировать своим телом. Такая Клаудия Шифер в шоке или что-нибудь такое подобное. Братец Минаев пел о братце Луи с такой искренней любовью и страстью, что стал королем танцплощадок. Правда, его дискотека осталась в 80-х. Сегодня уже никого халатом и голыми ногами не удивишь. Фигуры у него нет, сексуальности какой-то определенной там шикарной нет. Чем бы он взял публику? А так нормально, и хит, и публика, и все слилось, все завязалось, все круто.
Пока Минаев покорял Лужники, начинающая певица Азиза Мухамедова еще желала счастья первому дому, родному Узбекистану. Первому дому, дому второму, новому городу счастья. О, Господи! В Узбекистане вольности на сцене не приветствуются. Все певицы в платьях восточных снегурочек. Ты сейчас смотришь, думаешь, ну, блин, три лохушки. Это всесоюзный концерт «Песня года». Телемост «Москва-Ташкент». Шаг влево, шаг вправо. Уволенные. Никаких никаких бедер, никаких восточных этих ужимок. Любопытные граждане задавали вопрос, как же называется группа «Садо» или «Садо»? Это в переводе «эхо» означает. Уже потом союз содрогнулся от раскованной Азизы, а узбекским ухажерам не жалко было отдать за восходящую звезду и стадо баранов. Милый мой, твоя улыбка манит, ранит, обжигает. Но гордая красавица Азиза увлеклась сольной карьерой, и даже Садо ее не так сильно волнует. Да. Счастья первому дому, счастья дому второму, счастья новому городу, такому родному. Первому дому, дому второму, новому городу счастья. Окнам веселым, всем новоселам, людям земли моей счастья. Первому дому, дому второму, новому городу счастья. Всем новоселам, людям земли моей счастья. Ждет Севастополь, ждет Камчатка. Было время, когда знаменитый Николай Расторгуев пел не о войне. Отбой, отбой. В далеком 85-м Расторгуев был вокалистом ансамбля «Ронда». Через год его сменил рокер Александр Иванов. Поражает голос Расторгуева здесь. Мягкий, нежный. В те годы Расторгуев был юным мечтательным романтиком. Небрежно повязанный галстук, черная подводка глаз и вопрос: «Алло, алло, где же ты, любимая?» Здесь такой секси-секси. Мейкап по полной программе. То есть намного ярче, чем я. Но уже через год он запоет басом и сменит гражданскую куртку на гимнастерку. Полный атас. Отбой. Когда-то Валерий Леонтьев ездил не на лимузине, а на обычном автобусе. В руках пудель, на ногах варенка. Валерий Леонтьев и тогда был самым модным парнем на эстраде. А уж как он танцевал! Выставка собак, выставка собак. Нет, это выставка... Эта веселая песенка для поэта Симона Асиашвили не стала собачьей работой. Он написал ее за несколько дней. Время было такое веселая. Песня принесла Леонтьеву известность собаководов всей страны, а среди них немало серьезных и уважаемых людей. Я знаю, что для того времени, ну, не расстрел, так Шушенская. Но однако же он это делает. Для поклонников Минаева, Азизы и Леонтьева эти песни как бальзам на душу. Ведь на этих редких кадрах их тогда еще юные кумиры зажигают не по-детски. Порвалась связь планеты, аукать устаю. Вопросы без ответов, ответы в пустоту. Наш сайт в интернете retro-ntv.ru. А через неделю и снова здравствуйте, только любимая, добрая, вечная. До встречи!